Петрович. Потеря. Паша. Калинин. Ух ты, не удалось ему закруглить, что ли, свой бросок. А сейчас там клюшку вытягивает Беспалов и спасает свои ворота, казалось бы, уже в безнадежной ситуации. Слушайте, ну здесь действительно шанс забить был у Авангарда. Начал говорить про молодежку. Помню, вот не было бы этого финала в Баффало сумасшедшего с 0-3, помните?